Уникальный экспонат разместили в архангельских гостиных дворах. Он находится на выставке, посвященной охране северных рубежей российского государства. А прибыл из Московского музея Победы, все увидела наша камера. История мечей Победы берет свое начало в 1945 году, когда они были выкованы златоустовскими мастерами и вручены Сталину, Черчиллю и Рузвельту в честь общей победы во Второй мировой войне. Позже символы стали передавать городам-героям, а в этом году 45 мечей Победы вручили городам воинской славы. В торжественной обстановке все прошло в июне в Москве на Поклонной горе. Сегодня глава Архангельска, принимавший участие в церемонии, передал символ Победы в Архангельский краеведческий музей. Меч покрыт золотом высшей пробы, украшен голубыми топазами, которые считаются символом мира, и гранатами, олицетворяющими пролитую ради спасения кровь. А на клинке дарственная надпись, для каждого города своя. При размере 1,20 м, вес более 5 килограммов. Но есть величина неизмеримая. Это вклад города воинской славы в укрепление мощи нашей страны. Это заслуга всех жителей города Архангельска. А сам меч – это символ стойкости и мужества, символ нашего архангельского характера, поморского характера наших людей, которые всегда в период вот такого лихолетия, таких сложных ситуаций, нападений неприятеля, могли мобилизоваться. История города воинской славы – это эпоха Крымской войны, действия которой происходили и на Белом море, и события Гражданской войны, и, конечно же, Великой Отечественной. Меч теперь уже как экспонат разместили на выставке, которая посвящена охране северных рубежей российского государства. Все, что содержит драгоценные металлы, оно подлежит особому хранению. И по музейным правилам мы ставим этот меч в закрытую витрину под охрану. Но уже готовится специальный стенд, в котором меч будут перевозить в школы, культурные центры и спортивные учреждения, чтобы архангелогородцы смогли прикоснуться к символу истории своего города воинской славы. Артемий Заварзин, Виолетта Копылова, Светлана Михеевская, Регион 29.